Ноздри вот так вот раздуло, бля. Молодец. А это самоутопающийся. Самоутопающийся? Да, бля. Не умеет себя плавать. Он только может дрыщ палки. Вот он плавает, да? Молодец, плавает, молодец. Нет, Флэш, тебе нет. Нет. Кидай, кидай, Богдан. Тебе не надо, сынок. Ты иди грызи. Твое дело грызть. Ну иди, возьми палку. Иди. Иди. Я сейчас подожду, как бы. Ай, блин, прям на меня нацепил. Сейчас, сына, тебе кину палку. А куда Аля ушла? Она там, Валя. А вот как наш Флэш плавает. Сейчас Аля его вытащит. Чего, сейчас брат? Все, пошли, пошли, пошли. Вперед, вперед, сынок. Давай, сынуля, давай. Носом дыши. Вали ноздри, он как у медведя, бля. Смотри. Молодцы. Господи, ой, пошел. Сынок, аж чуть ли не блевать. Иди, Владь, блеванул. Блеванул? Ага. Все, каре, тебе достаточно, Павел. Вырвал, конечно. Нельзя. Нет. Не надо тебе. Ну давай поближе. Нельзя. Прыгает буквально, да? Угу. Жалко, он с этого не прыгает, а с этой ступни. Нет. Это не тебе, Павел. Давай, неси сюда. Нет. Нельзя. Аля там попрошайничает. Неси сюда. А меня палка не бежит. Неси мне, сынулечка, давай, мы сюда. Да, так. Так, быстро. И ты и камень туда кинь. Давай, туда кинь. Камень ей кинь. Дай кинь. Кину, дай. Ну это ж твоя. Ну не нужна, выкидывай ей, просто она утонет. Я же говорила, что она утонет. Утопающий. Считаешь, я как тебе. Ну, самих утопает. Катя, я напали на тебе только. Тебе только туда можно. Да и тем более это далее. Я только сюда могу сказать. Гениально. Гениально, можно сказать. Очень важно. Аля, да, она молодец. Она может далеко и очень долго плавать. А ну-ка, она возьмет. Иди. Аля. Иди, а Пэш, тебе нельзя. Не она вообще утонет. Не надо снимать шорты. Как хочешь. Она утонула, ребята. Назад, назад. Аля хотя бы какого-то палочку захотела. Аля нет, она еще 3 часа будет плавать, искать. Только потом до нее допрет, что она утонула, что палки нету.
что такое? Сына назад. Все, он набрал воду, сейчас будет. Господи. Все, убежали. Где они там? Ой. Гада на море. Чуть телефон не уронила. Сына. А, там дрон, Жень, смотри. И Флэш на него так смотрит. Флэш! Кто там, сын? Зять его. Это. Хвост сейчас на голову закинет. Ну, вздыбилось, все. Да уйди! Отойди! Демон, иди отсюда! Thank you.